Эй, Франциско! Что вам сегодня? Olvídate que ese pide lo de siempre. Я сказал тебе, как обычно. Ты человек. Привычки. Присаживайся. Все равно ждать. Это было очень подло. Отправить мою жену к Марии. Как ни странно, это не я. Ну, конечно. Ты же не станешь разрушать семью. Или причинять боль невинной женщине. Я тоже. Поэтому хочу предупредить. Мой офис собирается проверять твою сестру. Порядочнее копа, чем Депп, не найти. Да неужели? А чего же она тогда спит с информатором? Это все есть в рапорте о наружном наблюдении. За этим, как его там? Вот здесь написано. Антон Брикс. Что, теперь все выглядит менее радужно? Но я буду пристально следить за этим делом. А ты будешь пристально следить за делом Эллен. И у меня могут быть другие способы. Как обычно, мистер Морган. Держи. Это копия. Потому что, что бы там ни было, семья — это главное. Так? Он понятия не имеет, какую дверь только что открыл.